Да, короче, я сегодняшний день постараюсь заснять, потому что я вчера толком ничего не снимал, был очень, не знаю, уставший, не хотел снимать вообще, мне не было вдохновения для меня. Карамандал пропустили. Да, Карамандал мы, короче, пропустили, но это ладно, мы потом еще как-нибудь там, может быть, побываем, заснимем. Сегодня мы едем в Таурангу. Холму, что? Мы выезжаем с нашего кемпа, неважно, и едем сейчас в Таурангу. Нам 97 километров осталось, у меня 2 телефона. Вот. Вот такая вот у нас дорога здесь. Местами гравийная, местами вот такая. Concealed, да, называется? Sealed. А, просто sealed. Я не знаю, что такое sealed? Это асфальт или нет? Покрыто, окей. Вот это технические леса, то есть он там на заднем фоне елки, но это все елки для сруба. То есть они тут растут, но их рано или поздно срубят на дерево. На древесину, да? Вот. Так что вот так вот. В общем, мы едем дальше. И такие вот холмы. Да. Так, мы на пути к Тауранге. Сейчас резкий поворот, посмотри осторожно. У меня камера. Поворот 35 км в час. Даже я. А тем более уже. Так, мы в 77 километрах от Тауранги. Проезжаем всякие холмы, горы, все подряд. Опять же таки, не слушай. Сейчас поворотик, да. Ландшафты, я же должен что-то говорить, что я снимаю молча. Короче, так вот и едем. Пока едем. Вот хочу показать вам, как выглядят новозеландские фермы. Они вот так вот выглядят. Не фермы, а как это у нас называется? Ну, короче, фермы, где выращивают ягоды, плоды, там всякое такое. Да, сады. На дороге провалялась посредине, да? Это птица. А, птица. Вот так вот выглядят сады. То есть, за вот этой грядой деревьев находятся сами сады. Тут в основном киви-фрукты выращивают в этом регионе. Вон на них. Хочу показать, киви-фрукты не получается. То есть вот так вот из стен, из деревьев делают стену, которая защищает, я не знаю, от выхлопов или от чего, от взглядов, от взоров. Ну, наверное, есть какая-то в этом составляющая идеологическая. И вот вся вот эта долина испещрена такими фермами. Ну, не вся, по сути, вот... Так, ой, прости, мы едем, везде такая вот фигня встречается. Тауранге. Такие вот машинки прикольные тут ездят. Ну, у нас в Окленде тоже ездят, так что нечего.
превозносить Таурангу. В общем, город как город, пока ничего особенного, да? Да, ничего. Я его не видел, я тут не жил. Да, мы, можно сказать, только заехали, так что все в порядке. Интересно, он быстро может ехать или нет? Да просто у меня оболочка такой внешняя. У меня даже оболочку немножко поменяла. Думаешь? Сделали под старую. Это вообще не, ты ему не конкурент. Конечно, прости, на своей Тойоте ты с ним не сравнишься. Так, мы, короче, доехали до Туранги. Мы сейчас находимся в каком-то парке, потому что мы сюда приперлись в туалет. Вот. Сейчас low tide, поэтому вода уходит потихонечку. Ну, посмотрим, как будет оно дальше. Ну, такой город. Тут, конечно, потеплее, чем во всех других городах Новой Зеландии. Сейчас посмотрим, каково будет отдыхать в Тауранге. Мы уже съездили в Pack & Save, купили кое-какие продукты. Сейчас поедем дальше на гору. Не знаю, сможем забраться или нет, что мы были пока. Проблемы с тобой. И, ну, короче, сейчас посмотрим. Сейчас проверим. Так, мы, короче, проезжаем, да, порт. Куча всяких кораблей. Вот там контейнера. И где-то впереди потерялась была гора Манганунья. Прямо? Да, тут прямо. Тауранга, Тауранга! Lane. Мне кажется, Марина Бэй больше в Окленде, да? Ну вот про порт я не знаю. Порт здесь, конечно, большой. Для такого маленького города большой. Там, наверное, все те. Да, эти, как его, Корнс. Это горло, по идее, мы должны залезть, если нам хватит сил. Такой вот порт Тауранги. Итак, идем в репортаж с пляжа в Тауранге. Мы сюда доехали в итоге. И вот он такой у них громадный пляж. Мы хотели забраться вон на ту гору, называется Маунт Манганунья, но у Артура болит нога, он не может долго ходить. Поэтому, скорее всего, на эту гору мы не заберемся, но оставим что-то на потом. Когда-нибудь мы сюда еще вернемся и будем тоже здесь отдыхать и забирать вот такой пляж. Мы намазались кремом от загара. Хочу показать вам бутыль, которую мы купили. Целый литр крема от загара. Идеально для Новой Зеландии. Вот, так что вода холодная, скажу вам честно. Вода холодная. Вот, ну, так покупаться не пойдет. Вот такое. Ну, как бы долго в воде не будешь. Долго в воде не будешь. Волны бывают сильные, бывают слабые, но сегодня такие вот средние, я бы сказал. Вчера я в волнах купался, меня пару раз прибило к песку. Вот шрамы. На этой ноге тоже есть шрамы. Это все от волн. Вот. Так что с волнами тоже нужно быть очень аккуратным. Длинный пляж, наверное, километров. Я думаю, 20-25. И все это только пляж. Купаться не хочу. Гигантская волна идет. Сейчас Артур переоденется, вернется, и я пойду обратно купаться. И вот я лежу в очках. Да, всем опять привет. Мы, короче, остановились на... Мы уехали с Тауранги, нам там не понравилось, потому что там очень много людей, прям очень. Пляж я покупался, но больше там особо делать нечего в этом городе. Короче, только пляж, купаться. И гора. Загорать есть гора, но мы не стали на нем подниматься. Мы приехали в другой кэмпграунд.
Я вчера забронировал здесь место. $20 с человека за ночь. Вот. Но здесь включено горячий холодный душ бесплатно. Тут есть кухня, тут есть покушать. Тут есть горячие источники. Мы уже в них покупались. Я бы вам бы заснял, но там просто много людей. Не хочу никого стеснять. Может быть... Нет, вряд ли. Ну, короче, если получится, засниму. Но маловероятно. Вот. Тут есть небольшой бассейн тоже. Ну, там холодная вода. Вот так вот. В общем, все включено, и мы здесь остановились на одну ночь. Завтра мы еще поездим по Роторуа, посмотрим на гейзеры. В этом городе воняет серой. Вот. Наверное, такой запах, вот, как будто кто-то пукает непрестанно в воздухе. Ну, с ним можно насвыкнуться, со временем привыкаешь. О, господи, прям вот здесь вот такой, знаешь, прям... Ох, здесь прям воняет. Волнами, да, идет, видимо? Нет. Вот. Так что, короче, мы пока на этом кампграунде остановились. Вот такой вот он культурненький. Это наша палатка. Вот. В общем, завтра еще один день отдыхаем и едем домой вечером. Не хочет. А после, да, воскресенье всем на работу. Ну, ничего, переживем. Вот такие вот дела.